По-немецки слово «нах» означает направление движения. По-русски тоже, но конкретное. Следуя лучшим немецким традициям, мы отправляемся «нах», то есть в направлении оптового рынка. С вами программа «Одесса делает базар» и я ее ведущий Геннадий Скарга. Однажды тракторист попробовал недельку не попить и стал припоминать, что 10 лет назад он приехал в эту деревню просто порыбачить. Мы у рыбного прилавка оптового рынка. Вы не подумайте, мы просто порыбачить. Иного опасно спрашивать, как дела. Вот так вот спросишь, он же потом не заткнется. Поэтому мы сформулируем вопрос хитрее. Святослав, как обстоят дела с ценами на рыбу на оптовом рынке? Цены на рыбу сегодня такие. Мойва свежемороженая 48 гривен за килограмм. Канадский хек 65 гривен. Мелкий кошачий бычок 22 гривны за килограмм. Сельдь свежемороженая 45 гривен за килограмм. Скумбрия крупная 75 гривен за килограмм. Сельдь норвежская 45 гривен за килограмм. И тунец 75 гривен за килограмм. Найдена самая добрая блондинка. Она скупает на базаре живых раков и отпускает их на волю, в лес. Членистоногие, ракообразные, ну и прочие морепродукты. Рачок черноморский мелкий 94 гривны, канадская креветка сухой заморозки 185 гривен, лангустины 285 гривен за килограмм. Мидия чилийская 135 гривен, мидия новозеландская в полуракушке 260 гривен за килограмм, тушка российского кальмара 159 гривен, щупальцы кальмара 82 гривны, хвосты кальмара 75 гривен за килограмм, лягушачьи лапки 79 гривен за 250 грамм. Поймал мужик золотую рыбку. Она ему человеческим голосом: отпусти, я 3 твоих желания исполню. Первое. Хочу, чтобы меня перестали мучить алкогольные галлюцинации. Второе. Золотая рыбка. Золотая рыбка. Ты где? Алкоголь не решит ваших проблем. Зато даст интереснейшую подборку новых. Закуски. Можно у нас и закусить очень вкусно. Морковка корейская есть 22 гривны за килограмм. Капуста квашеная белокочанная 20 за килограмм. Есть также морская капуста, идет по 38 за килограмм с салатом, просто маринованная обычная. Капуста с бурячком 22 гривны за килограмм. Ушки у нас по-корейски есть, свиные по 59 за килограмм. Шампиньоны по-корейски 56 за килограмм. Также есть помидорчики маринованные, есть бочковые, есть резанные ваджики, маринованные по 22 гривны за килограмм, резанные ваджики по 32 гривны за килограмм. Огурчики у нас бочковые тоже по 32 гривны за килограмм. В домашних условиях притом сделаны, очень вкусные. Шампиньончики, вешенка чистая маринованная по 70, есть вешенка по-корейски по 54. По ассортименту у нас очень круг большой ассортимента. Есть дешевый гриб с чесночком, он идет самый дешевый по 38 за килограмм. Чего селедка кривая? Да на повороте поймали. Селедка. Селедочка у нас по 50 гривен за килограмм, в ведре идет ее 5 килограмм, 250 ведро. Есть балтичка малосольная по 27,
135 ведро. Есть также хамса малосольная по 56 за килограмм. Пряночка заходит по 30 гривен за килограмм. Иваси у нас заходит по 54 за килограмм. Филе сельди также у нас есть по 90 гривен за килограмм. Там в ведре по 3200. Сейчас чуть ведерочки у нас изменились объеме. Есть филе скумбрии у нас 303 гривны ведро. Есть стейками скумбрия, кусочками малосольная. Есть стейки копченые по 270 за ведро малосольное, а копченое по 285 за ведро. Спасибо. Вас замучила жизнь? Селедка с молоком. И все отходит на второй план. И днем, и ночью кот-ученый путь ищет к колбасе копченой. Я не ученый и не кот, но путь нашел. Колбаска вот. Ирина, уже по сложившейся традиции начнем с вареных колбас. Вареные колбасы Либра, Николаевская докторская, ветчина рублена, Харьков и Либра вершковая со сливками. Ценовая политика от 90 гривен до 105 гривен за килограмм. Плавно переходим к варено-копченым колбасам. Варено-копченые колбаски Королевская, Амаретто, сервелат ореховый, салями ореховая, мысливская. Ценовая политика от 55 килограмм до 95 килограмм. О чем зимой мечтают все? Да о копченой колбасе, о балыке и ветчине, ну и немного о весне. Сырокопченые колбасы. Сырокопченые колбаски Верест, Браншвейская, Московская, Парманелла, Сервелат, Либра, Шварцвальдская, Московская, Золотая куриная. Ценовая политика от 200 гривен до 340 килограмм. А теперь деликатно прикоснемся к деликатесным сыровяленым колбасам. Сыровяленые колбаски Курхан, сделаны из курицы, Махан, сделана из конины, и императорская свинина-говядина. Ценовая политика от 205 до 240 гривен за килограмм. Зима когда-то сменится весной. В ручьях апрельских зажурчит вода. Ну а пока с закуской мясной мы переждем в Одессе холода. Сильная мышь не только съела сыр, но и согнула из мышеловки слово «еще». Юленька, еще себе. Сдавайте. Я хочу сказать, сдайте нашим телезрителям информацию о ценах на сыр на оптовом рынке. Отечественные сыры. Добряна, Янбур, 170 гривен за килограмм. Натвел ореховый, 177 гривен за килограмм. Голландский твердый, 170 гривен за килограмм. Перятин, российский, 150 гривен за килограмм. Львиное сердце со вкусом топленых сливок, 156 гривен килограмм. Зарубежный товар. Польша, амбассадор, 185 гривен за килограмм. Серенада с салями, 160 гривен за килограмм. Королевский, 185 за килограмм. И эдамрицкий, 175 за килограмм. Богатый, когда смотрит на ценник, ему пофиг в какой валюте. Да и бедному, в общем-то, тоже. Деликатесные сыры. Дорблю 280 гривен за килограмм, Лазур 250 гривен за килограмм, Бри Италия 250 и Франция 250. Юленька, а масленица в этом году когда? Масленица в этом году ранняя. Тогда начнем готовиться уже сейчас. Масло? Ферма. 32 гривны 200 грамм, 73%. Ферма Вологодская, 82,5%, 35 гривен за 200 грамм. Ферма Экстра, 200 грамм, 37 гривен. Масло в клеточку Селянское, 34 гривны, 72%. Хорошо, хоть не небо в клеточку. Селянское, 82%, 38 гривен.
Когда я был маленьким, мама давала мне 10 копеек и посылала в магазин. И я приносил 2 булки хлеба, 2 бутылки молока, 3 пачки сыра, дюжину яиц, конфет и шоколадку. Сейчас это невозможно. Понатыкали камер. Что ели древние греки? Да древнюю гречку. Гречка – 18 гривен килограмм. Сечка рисовая – 12 гривен килограмм. Хлопья овсяные – 13 гривен килограмм. Рис, келея – 22 гривны килограмм. Рис Египет – 26 гривен килограмм. Рис Камолина – 30 гривен килограмм. Рис жасмин – 32 гривны килограмм. И рис басмати – 55 гривен килограмм. Вот так-то. Женщины, важнейший элемент в диете для похудения – это сон. Вовремя не уснула – обожралась пирожных. Пирожные. Есть заварные. Это профитроли, эклер-пальчик, эклер-бамбук. Эклер есть бомба с творогом. Цены от 60 до 77. Пироженка тирамису. Есть пироженка очень вкусная Диана с творогом, с вишней. Корзинка, трубочка. Медовые, есть бисквитные пироженка с вишней, с черносливом. Очень большой выбор, всех не перечислить. А цены перечислите, пожалуйста. Цены 58, 60, 70. От 58 до 70. Это за килограмм? Это за килограмм. В коробочке по-разному. Килограмм, даже бывает 800 грамм, полтора, два. Садомазохисты-сладкоежки развлекаются не только кнутом, но и пряником. Пряники. Кефирный, есть обычный житний Сатурн. Пряник с разными начинками, от сгущенки, варенья всевозможного. Цены 26, 32, кефирный 38. А можно взять конфетку? Конечно. Только не забудьте положить ее обратно. Конфеты. Коробочные конфеты от 40 до 140. Весовые конфеты. Большой выбор. Большой выбор Рошен. АВК есть в закрытых ящиках. Харьков. Опять же, Харьков, только разные фирмы. Альпы, Николаев. Цены, опять же, шоколадные возьмем. От 60. Ну и на сколько хватит денег? До 200, до 300 даже. Да, взять российские конфеты шоколадные с фундуком. Приличные, вкусные. Что это так пополнело? Была такая конфетка. Это раньше я была конфетка, а теперь я торт. Тортики? Медовый 57, Наполеон 61. Медовый с черносливом 53, тирамису, йогурт от 70 до 80, вишня, прага, тортов много. Спасибо, Наташ. Как-то слаще с вами становится на душе. Ну что ж, выпуск снят, базар сделан. И как сказали бы наши европейские друзья, гея на хаос. Мы отправляемся в направлении дома. С вами была программа «Одесса делает базар» и я ее ведущий Геннадий Скарга.